Блин, как я не хотел заниматься вот этой хуйней с выделанием шамана. Агри. Не достаю. Слишком далеко. А, Паша, мы что-то ведь обсуждали, то, что вроде бы будем бить, пока сколько там, 10 фениксов не наберем. Или не будем это делать? 15. Они с первой фазы считаются или только на второй? Фиг его знает. Я бы на друида это чего хотел, сука. У нас банка вылетелась, если что, Шаль. В смысле вылетел? А, ты здесь? Ничего не говорил про вылетел, говорю, что лагает. Короче, потом херню сломаем. Ну, в следующем рейде получается, да? Так, подожди, это что нам получается? Нам получается мне ВРС пиздровать на шамане, а Тимуру пиздровать на этом, на Локи, да? Блять. Типа того. А босс ты не одет, блядь. Кукач, ты где? А он сейчас 100 гп получит и найдется. Как и остальные. А, я просто провис всю фазу, и мы не могли убить пеникса. РПД с Вичной здесь помогли меликам. Чё там, нету танка, да? Финма, спасаем писю, дай БР. Полик, возьми ауру, нажмешь ему. Где он валяется? На карте посмотри, где он валяется. Либо в пороге. Все понятно с тобой, Кокич. Да если б не я, ты вообще б не понял нихуя. Yeah.
давайте запу нужны вот этого. И следующего. Вообще, да, не могу. Не, ну если ты танчик будешь, это второй статик. Так ты смотри, ну ты возможно будешь. Ну, не надо. Это пока Лёва отводил, их можно было под, я так думал, под аларом залить. Или это так не работает? Их откинет. Ты чё? А, откинет. Там что летят, там что летят. Блять, я по-моему коллекцию тупых вопросов ПМ надо начинать собирать. И пишет тело, говорит. Маякуни, когда как из АЭС обычку будете, куплю токены. Пишу, свободных нету. Пишет, через сколько дней. Что, сука, через сколько дней? Через сколько дней мозг появится, блядь? Через сколько дней сброс КД, блять? Да что? Через сколько дней свободные будут? Да блять, ну да, дебилы, Лёва, дебилы. Ну откуда он знает, следующей неделе еще не наступило, может кто-то придет. И опять токен занят будет. Таких вот нелепых вопросов, блять, штук по 10 все-таки. На шамана что ли пишут? Нет, на приставку. Ты на одном из персов выключи фаталити. А, блядь, на шамане работает? Сейчас. И на том у тебя будут. Я уж забыл, как на нем кнопки, блядь, нажимать. Ну так с шаманом тогда играем, старт приста. Разомнить. Похер он нужен, он на Алара законтролить. Побить и на робота побить. Опять пихнуть, он собрать стрельбиню хвостовую и нормально. Ну, тут Паша уже получается 15 аларов мы углей убили. Вот, считай вот этих двух сейчас новых. Из 30. Ты считал? Из... Да. Вот самой первой фазы. Ну это медленно его убивать надо, прям очень. Причем нам, наверное, именно только птенцов нужно дамажить. Сколько они процентов снайпят? Сейчас уже 17 птенцов получается. Некоторые ачивки удобно на них нажимаешь, и там написано сколько и скольки. А здесь ни хрена.
часа через 10 минут подождем. Ну это, короче, 19 птенцов, и сейчас аларм идет. А что за ачивки дают? Смотрите, какую я ачиву нашел. Прикольно. Сук. Нет, фолика. А дают что-нибудь ачивки? Типа нужно ставить трех. И убить Келли. А кто он там в шамане ходит? Келли починили ачивку. Я че говорю? Никого, Паша, лучше на другом аккаунте, в твоем окно. Ну да, два окна хирачишь. Ага. Паш, на роботе в Энхе можно? На роботе в Энхе? Нет. Я пока не могу использовать... Не знаю, не хочу. Да можно. У нас ни кота, ни курика. Вернись на мишку. Бадди, ну где крик? Ну да. У нас же обнова была, я еще не тестил. О, колечко одна и лема. А, не. Хотел сказать, не на Елену. Да. Тоже тихо макрос почти нажал какой-нибудь там, когда это услышал. Самой деталью где они здесь? А Тимур? Он в шатрах летит. Че, лопаты сделаешь нам ачивку? Давай я попробую. Я себе раньше выставлю и побегаю. Заодно хорошая тренировка будет. Паша, назад, веди меня. А в чем я бегал в Леме? В четырех пусках. Блять, а ты еще соки сидеть его. Это ролики, это соки-то, это полирольки. Может, она нахуй без моего шамана обойдется, суки вверх. Ну и без тебя никуда, Паш. Шею с квеста надо забрать, будет тут шеи нету. Шея с квеста.
Там хиловской нету, там только кастерскую, если только. Так я кастерскую хочу открыть. Я штюрю, я эльмом буду открывать. А, ты себе эльма будешь открывать? Нершама? Кто будет контролить, блядь? Типа, ну, хотя бы одного шамана, блядь, который будет контролить на ебаном аларе. Тотемы можно запрещь. Такое. Ну, тотем уже собранный Эршам, грубо говоря. Ну, у него и то собрано. Ну, как что тотем будет? Посмотрим. Может, вообще мой шаман нахуй не пригодится. Там вообще есть, как бы, Эршам какой-нибудь? А то Таси вчера через скрежет зубов, или как назвала, 4 танка. Я не знаю, вон, блядь, собрать все, что можно за это, когда залутать, просто запихнуть ебаного шамана. Потом по факту просто посмотреть, на что его открывать. Что 2 спика я точно буду открывать. Мурлок, шкаф поставь, отойди в сторону. Или, Марин, поставь, пожалуйста, шкаф. Кири ближний. Курлык. Ага. Сороки, ну это как его, за 40 нельзя выходить банка за раньше. Где-то так, наверное. Сейчас. ДБМ я вобью. О, Гершава, второй рейд на лице есть. Что у нас по крестовским печам получается? Вроде как никому не нужно. Видать нужно, но я не хочу заходить. Люба, а тебе что нужно было? Плечи не нужны тоже, да? Пихи навара не надо.
Если, блядь, три спека в шамане собрано, то, блядь, вар потерпеть. На прогрути ноги. Паш, ты будешь бегать с ранжой 40? Мне уже все выставил. Отходим. Тогда надо где-то вот здесь начинать. Инвалид один остался. Блять. Жирло. Жирло, жирло, проснись-то, обосрался. Бля, весь бурс проебал. Зачем ты его нажимал? Может, похуй на него, как вы считаете? Ну, на чего запорят, блядь, что похуй на него? Когда мы сюда в 10-ром ворвались, он тоже постоянно ФКшил. Мурлок. Да, Лёва, с вот этими отчетами 6-секундными, если я ничего не нажму заранее, я нихуя не успею. Поэтому и жму заранее. А что у тебя там такое? Тут он. Смотри, как это сразу сход? Просыпается, блядь. Стоит только соточку уебать. Только робота ровно в центре держите. По возможности. Поехали. Мне кажется, Мурлок хотел сказать секунду, но... С танком. С танком все, блядь. В центр. Часто мэн вспомнит про кнопку. Ну, или я на второе окно. Чуть раз тобнусь. Вас не цепляет там это? Да, пока вроде бы это сальву не кидало. Ой, это. Короче, ты понял. Ну, просто близко к вам приходится находиться и чтобы не выходить с ножа. Там максимум может хантов цепануть. Вам тогда поплотнее надо стать. Нет, просто им не на месте стоять, а двигаться. Смотреть, где босс относительно их позиционки.
вроде как ничего трудного нету. Главное смотреть за ренжой. У меня там скоро танк перегонит, блядь. Два мяу. Тебе этот автокликер нужен, который за тебя будет просто ротацию уже. Компьютер нужен с тобой. Или хотя бы первый нормальный. Там вон Саня, когда Ваня закрывает охоту, там на Ване нормально так кликер нахреначивает. 19-20к дает на маленький. Серёгина раскупал. Не кажется ли, он два выстрела подряд просто делает почти в одну и ту же точку? Дайте, пожалуйста, салют. Я да. Все, минус один хан, то есть ачивка, больше вероятность, что выполнится. Ужирал. Слабак. Клинику не переодел и не выпил топ фласку. Бля, Дима, ты одет лучше меня. Нам зачло или не зачло? Нет, нам не зачло. Не, а кто-то попал. Хуёво. В следующий раз еще раз попробуем. Ну, как минимум, я понял, как правильно бегать. Ну, блять, я очень боюсь, что хантов застанет. Там, блядь. Смотри, почти пистон. Подожди, а сколько он брони дает? Броня. Вот чешка. Нет, чешка больше дает, чешка и лучше. Мы не сделали ачивку, Паш, потому что ты поймал шар. Банка. У тебя погромче сделать, а нихуя не слышно. Возможно, кстати говоря, но и... на мне сала не было. Я подумал, я клип поймал. У босса, у которого нет клива? А, ну, тогда я запорол. Руинер. Тут много убито, проходите смело. Нормально сделано на следующем кадре. Вау, 33к. Шакой же не дамажит. А использование этой триньки его починили? В смысле? Ну не знаю, вроде бы кто-то баловался, пиха вроде бы баловался. А, на пихе эту использовали, а эта тринька не просаживает игрока, а убивает насмерть. Ну, как это не баг? Нет, она должна просадить его до 25%, а не убить его нафиг. И то даже не больше 33 тысяч хп. Ну, короче, как работает, так и работает.
Короче, может так людей чуть-чуть убавлять количество. Попробуем мозаику сделать. Уже пробовали. Вот кто-то знает, как ее делать, чтобы она зачлась, блядь? Нет. Но она работает. Куда ты бежишь, шарь? Паша, я задавал вот этот вопрос, прошло с того момента 2 месяца. Почему сделали ДБМ пул 6 секунд, а не 10? Согласен, как это было что... обычно раньше? Потому что в макрос не влезает, Саша, потому что пулит скрипт. Что? Не макрос. Скрипт пулит, длинный скрипт. Количество символов. Ну, то есть ДБМ, вот пулит ДБМ. Нет, DBM, это не ДБМ пулит, ну, это пулит скрипт. Нет, а почему не пулит ДБМ? Не у всех установлен новый ДБМ или что? Да, да. Но в канале он висит, я сейчас вам скажу. Там беспонтовый, пули он висит там, блядь. Там ворон. Банк, тебе запы узнаешь этого босса? Которые не выпали? Нет. Знаешь, мне он Паша какие-то запы спрашивает. В канале висит 1 апреля. 2 месяца назад я подумал опять этот вопрос. И, блядь, мы один хуй пулим 6 секунд. Ну куда ты еще пулишь пачку, ну ё... Пих, у тебя дворфейка воин? Что? А зачем было шквал жать, когда в рейде были люди? Под контролем. Паша, а если силы не хватает, почему тогда не 9, а 6 секунд? Сделал бы 9. Я тебе сейчас в личку скину, блядь, скрипт, вот ты его перепишешь под 9 секунд. Скрипт вылез. Там, кстати, можно скачать аддон, который запрещен на сервисе, который увеличивает это количество символов в макросе. Который запрещен сервисом, ты сперва сказал. Забанят, надеюсь. Надеюсь. Банят они все, все аккаунты, на котором был этот компьютер IP, а не только один. А у меня идея есть, Паша, как мозаику сделать. Ну вот, если перепишешь его, я не знаю, как его переписать. И тяжелый. Смотрите, в условиях нужно, чтобы все сразу были на мозаике. Что если босса заэвейдить, сразу стать на мозаике, и как только он появится, мы уже там. А босс где эвейдится у нас? Не знаю, а вот дальше как? В коридоре. Так он вообще не пропадает, он на место встает, и все, опять же. Это не как в РСе вот этот вот дракон, который пропадает на минуту. Блять, еще и скинул спир, ну похуй. Возможно, можно как-то. А подойдите к коридору. Попробуй же выйдеть. Бля, ну мы ж не подошли. А, бля, половина АФК стоит. Да не половина, пока мы бежим все. Все бегут в коридор, и самое время. Трусы стоят.
Можешь дать этого ассиста? Что не жалко. А мне за что? Да умри ты уже. Не вижу, где она. А, понял. Мурлок она сейчас бьет. Вот, блин. А не успел добежать до него. Так это гений, блядь. Блин, выходите, там фаза началась, он мобов вызывает. Сейчас мобы побегут. Да, чего в коридоре подкиньте друг друга. Мурлок, ты гений. Он заебадился? Все заебадилось? Да, он еще. Шевелитесь, шевелитесь на мозаику встать. Блять, а он у нас мертвый. Забей на него. А, отсюда лезть. Все уже поздно. Хуйня, не занимаемся. Вышли в коридор, совыкли, разрезали, с репавками нас убили. Разве ачивку не делали эту на мозаику? Нет? Я не помню. Ну давайте все дружно забежим на мозаику. Прям все вместе в одной все точке. Вместе. Выходите в коридор. У нас получается на роботе через раз, блядь, сделать, чтобы сала не было. Ты хочешь на мозаику забирать, дружно? В прошлый раз, когда мы били соляру, вышел человек. Да, я помню. Так он выходит почему? Чтобы вынести метку, правильно? Неправильно, можно вынести метку и не выходить из-за круга, он вышел. А. Сложно, наверное. Паш, будишь шамана? А что ты переписывал? Ты думаешь, ты 10 поможет? Ты равно 5, ты равно 10. Ты же не запустил на 10. Смотри. Угу. Ну, секунда, пул. Ну, сейчас там изменю тоже. Программист хули. Ауе! Он на кириллице, типа, это я не изменю. Хочешь сказать, ты это время отсчета или? Да, сейчас. А ты равно ты это что тогда? Вот так вот попробуй. Десять. Подожди. Нихуя. А, ну понял. 10, 9, 8. Сейчас. Там отображается 6, но на самом деле 10. Сейчас, подожди. Там нужно исправить текст, короче, ну... Так, через 10... Только ты поправь, да, иначе кириллица другая. Жилок, программист, поздравляю, он сделал невозможное. Спас наши припоты, да? Поменял одну циферку. Не сестра ничего. А тут, кстати, обязательно два танка. Нет. Че, будешь подамажить? А как пиха будет собирать трэш у фул запакованного рейда в Т5, расскажи. Есть еще шарик. Шарик. А, шарик. Че, подамажить? Успекайся. Успекайся. Крампс. Готов. Че, Паш, попробуем на мозаике просто стоять убивать. Без всяких там и вейдов. Только там не десятку, наверное, там надо с девятки начинать прописывать.
Ну, тут на мозаику. Видишь, как сложно, блять, оказывается, забежать. Финмас мозаика, вот она, синенькая такая. Серега, сейчас Серега. Взлетим. Ну вот смотри, у нас получается, кто там один стоит. Окей, отсутствует. И не на мозаике. Ну, кому-то пристегнулся. Как оказывается, легко АФКшеров найти. О, выбежал. Ну куда ты, блять, выбегаешь? Чё, как ты говорил, сложно, да? Блин, дебилы, блядь. Так я думал, уже провалить. Ой, все, блядь. Пошлите из мозаики. Грёбаный мастодонт. Старик, да, кашет я поэтому. Похуй, уходит. Ну, станет хотя бы нормально. Второго в контроль кастует прикаст, похилился. Нахуй там висит леденящий я. Кто-то улетел. Танк убили. За что ты шарю, банка? Сам не спросишь. Я выносил тот дебаф в секунд 6, блядь. Ну что, мало бы. Ну что, манта жив? А шарник не странно. Шаря за мной проходит, придется. Я просто шамана подвинул. А что, вот такой вот хуйни не было, что мне не табаться сейчас, блядь? Ты можешь, Паша, чтобы не табаться и легче было, просто сделать неполноэкранный режим и все. Делаешь неполноэкранный режим, чуть-чуть окно сворачиваешь, и у тебя на одном экране сразу два окна. Я могу и на второй монику нести. Ну, блин, комп от этого лагать не перестанет. А он у тебя даже альтаба есть, даже дольше будет проблематичнее, чем ты просто вот так вот в два монитора будешь. Второго гриппа. Эфир, это нас. Куда вы ману бываете, блядь? Ты про кого? Да, блядь, попал ману, попал от него, блядь, смотрю, а что тут хит? Блядь, больно. Метку залить. Кофе с миром. Надо нерфить чарж, чтоб такого не было. В смысле вы оба выжили? Как, блин? Так он чарж юзнул. С неба просто вниз улетел, пикировал босса. Черт, на вынести дебаф.
Отбегите, отбегите от консервы. Ему метку выносить. Забиваем второго контроля. Крест контроль. Крест слить. Сбить каст. Слипи вылетел. После босса поставить шкаф, чтобы само не тело. Если за минуту успеть, не надо будет. Дим, он не в инсте. Да. Сам себе Геру не дашь, никто не даст. Пик Ханавари. Вафелька на шамане. Ты бы ей хоть сказал, что Гера нужна? Я хрен, потому что Пиха знает, когда сдавать. О. Пиха отлично. Знает, когда сдавать. Отлично. Да, отличная да, тренер, да. Солочник упал на самом деле. Слэш, а две такие можно? Слэш АФК или слэш ДНД два раза пропиши. ДНД тоже? Давай шарим начинаем. А чё там скилли? Плащ падает, да? Попробуй ревогнуться. Иди в жопу, блядь. Танки. Где танки? Танки, алло. Пыш-пыш. Я пока не могу использовать. А давай-ка я его подпущу. И мы вот этого одного зальем. Вот так нормально. Аккуратнее там этот. Мне тут пиха шаману пишет с Маринкой на пару. ПМ, чтоб не хватило на мне. А что вот поменял, да? Нет еще. Поменял. Там можешь потом знаки лидарь себе взять. Ответ опять на Элема есть вообще смысл открывать? Патруль идет, патруль. Что там, как, какой там бонус двойки пих? Это медло, блядь, здесь только. Отойдите от Центуриона. Фиха, почему двор фейка? Че, нужно кто-то фих, интересно, чтобы сбить каст. У дворфейки для танка есть там какой-то бонус у дворфов. Ну, что-то с блоком щита связано. Расовое. 10%. Я помню, еще и кровотечение можно снимать. Ну, блять, почему дворфейка? Ну, ради этого расового. Почему потому не дворф, полик? Потому что лысая дворфейка это топ-1. Пиха шарит. Пики просто напоминают бывшую. Эти два двора,
три. В смысле поле? Поле человека. Тихо, так вот почему она у тебя такая ёбнутая. Бывшая или дворфийка? Реально, волк. Тайна, откуда у Пихи все эти нервные проблемы и срыты, раскрыты. Нет, ну, даже 4 дворфа, видите? Ни одного кота или фурика. Я могу притвориться котом, хочешь? Неплохо, Паш. Ты 32 еще слабо для Армсан. Потому что без триник нету, и ты 5 не обнутых. Банка, ты же не собираешься круто пиздить, он тебе не нужен, но у меня она нету. Не, не собираюсь. Паша, герой готики, блин, задолбал уже. Я сейчас контролятор изойду. Смотрите, Бэдлол умер, блять. Держите Центуриона, сова. Чё, блять? Ясно все. Курлык! Меня сейчас пытался удержать, он на пике лечит. Но не успел. Вот смотри, это... там на Инквизиторе есть халявная ПС-ка. Вот там еще 11 секунд осталось. Я немного посилил свою ебату. Я доволен. Осталось тебе микрофон починить. Это десятка режет звук. Это настрой. Да, я понимаю. Настрой нормально. А куда еще 2% крита пропало? Если было 3, я бы тебе сказал, куда 2, не знаю. У тебя автоусиление. В дисе. Не знаю, у меня вот тоже десятка, у меня это нормально слышно. Надо настроить, надо. Не знаю, меня наоборот сказали громко слышно, поэтому я настраивал, чтобы убавить все это. Это же еще зависит от микрофона, который встроен. Ну или это, наушники. Какой-то Н халтурит, блять, на варе. Заебал. А шаря, чё, блять, ну-ка подуди. Саня злой. Ни вара, блять, ни дудки, задолбали. Что за рейд, блять, бомжей? Это первый статик. День добрый. Да, это ж не ГП списывается во втором, блять. Блять, мне когда Дистер об этом рассказал, я же охуел. А когда ты еще и показал, я еще больше охуел. Давно тебе показывал. Там свежак есть тоже. Не знаю, Тачи пора пиздерей да ставить, блять, хороших. Тихо, ты знаешь, что делать. Выезжаем. Чё, Пиха, ролим? Хули нет, сейчас я зайду и, блядь, пиздец. Ты не зайдешь с собой, нет. Я перезахожу. Опа. Ой, блядь, воронка. Перезаходи давай быстрее. Давай, роль Пиха, блядь. Значит, ты на шамана поешь, в Эльме будешь, блядь. Быстрее рольте воронку, ёбан. Давай быстрее, блядь.
Это до последнего тянет. Ой, уже десятую воронку выраливает, пиздец. Теперь котлета. Сейчас мы тебе твинка подгоним, будешь одевать. Ты готова? Это у меня там маг с черной випкой валялся. Оля, хочешь стать магом? Игорь, я хочу стать магом. О, лес надо дать. Так, так. Я могу поменяться. Кстати, на мага токены нужны кому-то? То вы уже в босте оставляете. Они нужны твоему медведю, банк. Они не нужны моему медведю. А с кем маговский токен? ДКшник и... Лок. Там шарит и... что-то. Может, но они же мусорные вроде. Так что мы, Паша, делаем? Плюс 3 или нет? Нет. Потом. Так. Сейчас сильно много твинов. Может, тогда затестим на плюс 1 хотя бы, если не работа, даже плюс 3 мучиться не будем. Контрасик тут.